Это Минск, город моего детства, современный и красивый. Таким я вижу его сейчас. Но я помню его другим. Сейчас я совершенно не могу представить, что здесь то самое место, где старики, женщины и дети вместе шли на смерть. Здесь, за этой чертой, мой мир изменился, чтобы никогда не стать таким, как прежде. Гетто – это огороженный колючей проволокой или сплошной стеной район города, куда нацисты сгоняли всех евреев, чтобы в конце концов лишить их жизни. Потому что нацисты сами думали и внушали другим, что евреи хуже остальных людей. Мы остались одни. Догони меня. Ты водишь, я убегаю. Догони меня. Потом мы поменяемся. И начнем сначала. А пока догони меня. Как будто ты кошка, а я мышка. Или солнечный зайчик. Будем бегать друг за другом по кругу от стены к стене на самой тесной в мире лужайке. Нацисты уничтожили минских евреев не сразу. Гетто устроили в июле 1941 года, а затем, с помощью погромов, постепенно убивали его жителей. Почему одни люди убивают других, никто не знает. В книгах пишут, что человека тянет к разрушению и убийствам, что люди всегда будут воевать и сеять смерть. Но я в такое не верю, хоть и не нашел другого ответа. Мы прятались в этом доме. Мой дядя, Пинхус Яковлевич Добин, выкопал подвал с лазом через печку. Он был печником и считался профессором своего дела. Ему помогал друг, извозчик Эле Губерман. Из этих досок Пинхус и Эля сделали двухъярусные лежаки. Подвал доделали к октябрю 43-го года. Это была не гостиница со всеми удобствами, но вполне надежное убежище. Даже уборную придумали в углу за ширмой. Гетто просуществовало 2 года и 3 месяца, а потом, всего за 2 дня, нацисты провели полную его ликвидацию.
больше расстрелов, все боялись газенвагенов, машин, душегубок. Мы, дети, которые выжили, только представляли себе эти машины, но не видели их. Действительность была проще и страшнее. Людей травили выхлопными газами. В тот день, 23 октября 43 года, нацисты решили, что расправились со всеми евреями до последнего. Они не знали, что 26 человек спрятались в подвале дома. Мой дядя Пинхус Добин с семьей, я и моя мама Рахиль, Эля Губерман с женой, старенький бухгалтер Берл, Рася Гухман с сынишкой Мариком, обувщица Муся с дочкой, часовщик-ювелир Айзек и другие через лаз в печи спустились в убежище. Мы чувствовали себя почти в безопасности, радовались жизни в подвале, не унывали и верили, что дождемся Красной Армии. Никто снаружи и подумать не мог, что молодая, красивая и белокурая Рахиль – еврейка. Ее возвращение всегда очень и очень ждали, ведь она приносила нам еду. Берл рассказывал нам, как нужно кушать сухари, когда их очень мало. Сухарик не надо откусывать, его надо отламывать, по маленьким кусочкам класть в рот и не жевать, а сосать. Тогда наступит ощущение сытости. Thank you.
Это случилось в январе 44-го года. Водка была нужна нам на случай болезни, но пришлось ею откупиться. Полицей обещал молчать. Он сдержал слово, но потом приходил еще раз и просил выпивку. Время тянулось очень медленно. Мы придумывали себе незатейливые игры. Из-за голода, грязи, недостатка воды и отсутствия свежего воздуха мы слабели день ото дня. Первой умерла бабушка Хая, мама дяди Пинхуса. Надо хоронить, но как? Дядя Пинхус и дядя Эля обернули небольшое бабушкино тело простыней, уложили в яму и засыпали землей. Подвал, ранее бывший нашим убежищем, превратился в нашу тюрьму и могилу. Затем случилось еще одно несчастье. Взрывом завалило вход в убежище. Те, кто был в состоянии, царапали стену и делали новый лаз. От жажды мы теряли сознание. За это время ушли из жизни бухгалтер Берл, часовщик Айзек,
Их, как и бабушку, хоронили тут же под нарами. Отверстие было небольшое, в размер ребенка. Мальчишку, который смог выбраться и вернуться с мешком снега, встретили как спасителя. Появились лужи, упали листья, лужи замерзли, листья засыпало снегом, а ты все бежишь за мной, а я бегу за тобой, ударяясь о стены самой тесной в мире лужайки. В конце февраля исчезла вода, а снега хватало только для смачивания губ. После гибели первых мучеников к смерти стали относиться как-то спокойнее. Умирали, как будто засыпали. Весной вода в подземелье пришла сама. Мы наполнили бочки, но она все прибывала. Мы думали, что умрем без воды, теперь же боялись утонуть. К нашему счастью, через несколько дней вода стала убывать, но спускаться вниз было опасно. Когда мы спустились в убежище, ходили в полный рост. Потом из-за могильного слоя земли ходили, согнувшись, в три погибели. «Вы – единственные выжившие евреи Минска», прошептала с ужасом женщина. Это было в марте 44-го года. Моя мама Рахиль и Муся давно просили дядю Пинкуса, чтобы тот отпустил их к партизанам. И он, наконец, дал согласие. Нас обнаружили 5 июля 44 года, на второй день после освобождения Минска. Когда Эдю Фридмана вынесли на свет, выяснилось, что у него 9-летнего дистрофика выросла борода. «263 ночи мы провели в подземелье.
почти 9 месяцев. В живых нас осталось 13. Я уже не кричу, догони меня. Ты убежал, а я закрыл глаза. И нет больше стен, дверей, завешенных окон, только лужайка, огромная, как небо. Амолес гевей на майсе, димайсе из корништ фрейлых, димайсе гейпцехонет, митаиде шемейлых, люлинике майнфейда, люлинике майнкин, хопон геворна зали. Шторбн, дималки ход гегат фардорбн, дозбеймале цебровн, дифейле фон нест айнфлойгн. Шлов май кинтала, шлов, фармак тайны шейны ойкала, шлов кецала, цешпет шлов. Заливы весь мир.